Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости канала MGames, с вами Андрей Броске, и мы продолжаем играть в потрясающую игру Ratchet & Clank на PlayStation 4. Давайте продолжим. Можно бить горшки. Все очень красиво сделано. Вспоминаю я игру. Нужно восстановить справедливость, дать отпор негодяям, тогда забейте галактических рейнджеров. Для нас не бывает проблем слишком больших или слишком маленьких. Хотя слишком маленькие бывают. Или приоритет. В смысле, если вас... Десантный корабль. Мистер Зуркон нам доступен. Извини, в долг не дам. Ага, цена мистера Зуркона 8000, у нас не хватает. Давайте хотя бы пополним два запасы и немного улучшим воспламенитель еще. Раз и готово. Ух ты. Это какие-то робопсы. А давайте используем новое оружие, протонный барабан. Интересно, и можно огнебластер сразу посмотреть. Мне, кстати, очень... Ой-ой-ой-ой-ой, как же ж так меня угораздило попасть прямо под выстрел. Thank you.
почти на месте. Эй, Рэтчет, ты все еще у Элла? Почти на месте. Ух ты, туда нельзя, я думал, можно перепрыгнуть. Было интересно, вдруг там какой-то секрет, но нет. Думаю, это дом большого Элла. Так, а где же протонный бластер? Ты будешь кстати. Ой-ой-ой. Так и есть, со всеми разобрались. Давайте нажимать эту кнопку. Обалдеть! Я умер и попал в рай. Ты посмотри, у них есть мой раскаленный бластер, фангоид с тросточкой, космический лось Спира. Тут даже мега-ультра-издание игры «Непреклонность. Падение бларгов». К ней прилагаются дополнительные материалы, если сделать предзаказ через гаджетрон. Видимо, это насчет вас мне Кора звонила. Вам нужен летный ранец, да? А вы верно, Большой Эл. Рад знакомству, я Кланг, а это Рэтчет. Ну, кто друг Коре, тот и мне друг. У нас с ней как бы романтические отношения с неопределенными перспективами. Ага. Запрыгивайте на верстак, сейчас я вам все сделаю. Просто переставим микросхему, подключим порт данных и... Опа! Попробуйте! На вид здорово! Вернуться в зал героев очень просто. Двигайся в эту сторону, пока не дойдешь до станции. А там садись на поезд. Еще раз спасибо! Да, много здесь всего интересного. Давайте пополним боезапас. Ах, неужели я уже не получу эти улучшения? Вот остались незаполненными пустые шестиугольнички. Ну, окей. На мистер Узуркона не хватает. Двое героев продвигались вперед, используя возможности летного. Так, а давайте одним глазком взглянем на карту, что у нас тут. Все очень просто. Все очень просто и очень здорово. Совершали только настоящие герои, такие как я. Но благодаря летному рангу Кланг ребята смогли приблизиться к моему уровню вилли. Герои
оказались на краю пропасти. Смогут ли они миновать ее с помощью новообретенного летного ранца? Смогут. Тебе конец, ломбард! Мы недалеко от станции. Доступна еще новая карточка. Еще новая карточка доступна. И новый уровень энергогранаты, уровень второй, плюс 25%. Я так понимаю, плюс 25% мощности гранаты. А может быть и на 25% больше гранат я могу носить с собою. В любом случае, очень здорово. Окей, немного заберем патронов и сразу дальше двигаемся. Куда же ты прыгнул? Это была случайность. Неприятная случайность. Отойдите от края платформы. Я вообще хотел сюда попасть. Из-за вторжения все поезда могут быть заполнены вооруженными и не зря. Приносим извинения за неудобства. А здесь Рэтчет нашел свой первый золотой бонус. Давайте насладимся моментом. Добро пожаловать в Альфира Сити, Вуди. А это кому у нас статуя тут? А, ну конечно же, Кварку.
Следующая остановка – зал героев. Отойдите от края платформы. Поезд А отправляется. Ох, нет, и снова из-за резкого поворота. Глупая такая смерть. Отойдите от края платформы. Поезд А отправляется. Идем, Кланг. Мы должны им Так, и правильно ли я развернул? Ну, по всей видимости, у меня нет выбора. Как только прыгать вперед. Эта штука не очень дорогая. Я уверен, рыбоубийцы тоже зачем-то нужны в хозяйстве. Ой-ой-ой. Новый уровень, воспламенитель, уровень 3, плюс 36%, наверное, мощности. Рэчик, в этой бомбе заряд в 5 килотонн. Если она взорвется рядом с залом героев, будет катастрофа. Значит, надо торопиться. Окажутся в зале героев. Ясно. Значит, пора отчаливать. Бракс, ответьте. Мы прибыли в зал героев. Понял тебя, Рэтчет. Встретимся у главного входа и начнем тренировки. Мы атакуем Drake Industries через 3 дня. Значит, вам двоим придется пройти ускоренный курс. Ха! Так тебе, маменькин сынок 472! Что такое? Не нравится получать на орехи? Эй, Ларис! Ой, Бракс! Ларис заведует разработкой снаряжения и тактической поддержкой. Чаще первое. Тактика одна, бей-беги, потом думай. И извини, я не то хотела сказать. В
смысле? Идем, осмотритесь. Пойдем, кадет. Пора сделать из тебя рейнджера. Увидимся. Нам будет очень весело. Протокостюм. Самая совершенная броня на сегодняшний день и доступна во всех цветах осенней коллекции. Класс. Вот это круто! А что дальше? Десантируемся во вражеский тыл? Проведем суборбитальный бой? Успел, новичок. Далее базовая тренировка. Капитан создал эту полосу препятствий, чтобы мы поддерживали себя в форме. Удачи! Отлично, и Клэнк уже вместе с нами. Ну, давайте сначала глянем, что тут еще есть на этой локации интересного. Может быть, какие-то улучшения? Мистер Зурко, он немного на него не хватает, совсем немного, но давайте улучшим оружие. Тебе что-то приглянулось? Раритан вещь, скажи! Доступно загадочное улучшение «Стабильна плазма». Шары плазмы, которыми стреляет воспламенитель, летят дольше, что позволяет уничтожать врагов с большей дистанции. Здорово. Так, все улучшения сделаны, теперь остается только немного насобирать на мистера Зуркона 200 болтов. Давай, покажи, на что способен. Кстати, очень неплохая музыка. Свою мышечную силу и думательную силу. Вы готовы? Приступаем! Ну, давайте поглядим, что внизу. Может быть, тут, кстати, хватит. Хватит и на мистера Зуркона. Вот в этих цветочных горшках как раз то количество болтов. Башню силы. Иди главный подход. Там тебя ждет мой приз, Рейнджер.
забрался так далеко, стал... Нет, а парень до него... Там, собственно, та же история. Похоже, этот курс обучения не очень-то обучает. Окей. Мы прошли курс обучения, теперь это нужно нам в такси в это запрыгнуть. Я вижу, ты прошел мою полосу препятствий. До чего же ты способный, малый? Встретимся у входа в зал героев. У меня для тебя есть задание. Кстати, хватает болтов уже на покупку мистера Зуркона, так что стоит его приобрести. Вы уверены, что хотите обменять свои болты на это потрясающее оружие? Уверены. Все-таки я на этой неделе добью квоту. Кстати, мистер Зуркон сделает всю работу за тебя. Здесь у нас есть быстрый выбор оружия. Ты теперь один из нас. Я решил, пора подогнать тебе новую тачку. О, джампер класса G. Это мне? Строго говоря, это собственность галактических рейнджеров. Но если выживешь, если выполнишь это сверхсекретное, но совершенно законное поручение, сможешь делать с ним что хочешь. Что за секретное поручение? Я называю его «Операция падающая звезда». Поздравляю, кадет! Ты выбран для участия в операции «Падающая звезда». Галактическая разведка донесла, что у председателя Дрека есть оружейная лаборатория в туманности G-34. Твоя задача — уничтожить этот сверхсекретный проект и никому, и это очень важно, об этом не рассказывать. Никогда. Это будет наш маленький секрет. Хорошо, но почему нельзя... Вопросы можно будет задать по окончании презентации. Необходимо пробраться в лабораторию, используя лазутчик, собственную смекалку, а также мужество, обычно характерное для более опытных ребят. Проникни туда, уничтожь то, над чем он работает, и уноси ноги! А я прослежу за тобой отсюда. Удачи! Я бы хотел тебя проводить, но мне срочно нужно на иглоукалывание. Позвони, когда доберешься до туманности G-34. Я рассчитываю на тебя, Рэтчет. Есть, капитан. Давайте глянем на карту, и я думаю, можно отправляться на новое задание. Да, на карте все полностью зачищено. Так что летим на другую планету. Куда теперь? Агент Скида пропал где-то на Аридии. На Аридии пропал агент. Попробуем выручить Скида Макмаркса. Значит, мы отправляемся именно туда. Это там не Скид Макмаркс впереди. Кто-нибудь на помощь! Ох, как же я рад, что вы пришли. Я тут всю ночь проторчал. Глазам не верю. Скид Макмаркс! Я же все ваши гонки смотрел. В том году на Кубке Кервана вы сделали тройную сверхновую на втором махе. Всегда приятно встретить фаната. Я Кланг. Это Рэтчет. Ваш дядя получил инфоботы и попросил нас вам помочь. А я боялся, вдруг робот не доберется. Мы с моим агентом всю ночь убегали от этих бларгов. В конце концов, потеряли друг друга в этой кутерьме, и я здорово шмякнулся, выходя из магазина. Чувачки, можете избавиться от этих песчаных акул и расчистить мне путь до корабля? А я вам за это свой скейт отдам. О, настоящий Макмаркс 4000! По рукам! Бери
Так, тут у нас песчаных акул осталось... 88. Ну, сейчас мы за ними отправимся. Давайте небольшой тур. Может, новое по локации. Ну, что-то эта жидкость не очень выглядит добротно. Лучше туда, наверное, не запрыгивать. Окей. Уничтожать акул, значит, уничтожать песчаных акул. Мистер Зуркован. Какая-то техника тут стоит. Техника типа трактор. Новый уровень протонного барабана, уровень 2. Здорово. Осталось еще несколько акул. Ух ты, зачем же ж я спрыгнул вниз? Это было лишним. Ой-ой, неужели мне все заново придется проходить? Ого, круто ты ее! Так, а что это у нас за стена? Здесь нельзя взорвать ее случайно? Ух ты! Можно!
И не зря здесь припрятан золотой болт. Мистеру Зуркону скучно. Да, никак здесь не выбраться. Окей. Блин, мистер Зуркон, где все делись, все оружие исчезло. Осталось еще 13 песчаных акул, а вот патронов действительно нет. Я думаю, как в прошлый раз прыгать вниз там не стоит, стоит вернуться. Угу, а вот вроде бы как и у нас появился маячок, который показывает, куда нам двигаться. Ой-ой-ой, а патронов нет совсем. Рэтчету и Кланку самым отвязным чувакам, с которыми я когда-либо тусовался на враждебной планете. Клёво. Вы сможете сами добраться до корабля? Все будет чики-пуки. Хотя вряд ли я теперь смогу поучаствовать в гонке в Блэквотер-Сити. Жаль, конечно. Эй, вы часом не видели моего агента? Мне как-то стыдно, что я его там бросил. Он с дикой природой не ладит. Можно, по всей видимости, найти еще и его агента где-то здесь. Есть у нас такое задание. Найдите агента Скида и найдите устройство в магазинчике МакМаркса. Окей. Надо поискать его агента. Возможно, ему нужна помощь. А давайте попробуем прокачать немного агента этого Зуркона, мистера Зуркона. Нормально, у каждого Зуркона становится еще больше боеприпасов. Вот что я увеличил, посмотрим, какие улучшения ждут нас дальше. Мистер Зуркон, скучно.
болты. Его валюта — боль. Внимание, будущий покупатель. Магазин спорттоваров «Скида Макмарк» приветствует ваш энтузиазм. Ух ты, блин, что это было? Пожалуйста, покиньте стройплощадку. Новый уровень, мистер Зуркон, уровень 2. Ух ты, блин. Это последний. Впечатляет. Внимание, будущий покупатель. Мы благодарим вас за проявленный интерес. Однако ваш отказ покинуть это место вынудил нас активировать роботов-конструкторов. Всего хорошего. Кто такие роботы-конструкторы? Мои сенсоры засекли необычную энергетическую сигнатуру рядом с крюками. Полагаю, это какое-то устройство от Dread Industries. Ну ладно, давай осмотримся. Нашли мой магазин, чуваки! Сейчас там любоваться особенно не на что, но скоро! У нас там будут скейты, полоса препятствий для петли, даже круглосуточная палатка с тако для тех, на кого ночью нападает Жор! Проникновение в четвертом секторе. Высылаю конструкторов. Так, правильно ли я двигаюсь? Чуть не сорвался вниз. Уже запереживался, что нужно будет переигрывать. Особое предложение. Идите в отдел для подчеркинга и скажите пароль. Да, чувак. И вам дадут 5% скидку. Да, чувак. Рэтчет и Кланк нашли портативный гидротранспортер. Он разработан доктором Нефариусом и может перемещать воду из одного места в другое. Интересно, что это за устройство. Сейчас, судя по всему, его и придется применять. Давайте проверим. Подключите гидротранспортер. Вот это было круто. Так, а вниз можно теперь спрыгивать? Можно. И теперь герои могли одним нажатием кнопки наполнить водой целый бассейн.
гидротранспортер разработали для прочистки туалетов Валькирии, но Рэтчет понял, что на нем можно перемещаться по всей галактической канализации. Надо поискать его агента. Возможно, ему нужна помощь. Так, куда дальше? В эту сторону. Мистер Зуркон, я считаю, самое крутое оружие во всей серии Рэтчетов. Когда они прокачаны на максимум, им просто нет равных. Они все лезут. Кажется, путь свободен. Внимание, будущий покупатель. Поступление скейтов, гравибайков и гироциклов ожидается лишь следующей осенью. Сейчас вас здесь ожидает лишь смерть. Мистеру Зургону не терпится тебя убить. Я скейтер от природы. А знаете, что во мне еще от природы? Знаете, позитивно зачем природные добавки? Потом мне спасибо, скажете. Я серьезно. Мистеру Зургону пришел конец. Вот класс. Патронов нет. Привет, вонючие беженцы. Так, а здесь какой-то тупик. Куда тут бежать? Не имею. Вы же знаете, какие они, эти звезды. Делают, что хотят. Давайте мирно разойдемся. Как скажешь. Вот только скормим тебя акулам. Помогите! Эти чудовища пытаются меня убить! Вон они! Вот! Убери их от меня, слышишь? Я тебя прославлю. Впечатляет. А вы никогда не думали заняться этим профессионально? Почему вы прятались, мальчишки? Месть от зубов всего лишь очень мирно. Молодец, парень. Вроде бы это все. Эй! Вы, небось, те два героя, что спасли моего клиента. Стойте, не говорите. Рэтчет и Кланк. Рэтчет и Кланк. Да-да, чудесно. Скрежет и Планк. Хорошо звучит. Большой маркетинговый потенциал. Слушайте, мы с моим клиентом во время спешного отступления к кораблю потеряли друг друга из виду. Я бы пошел его искать, но здесь полным-полно песчаных акул. Не выручите меня. Вам нечего бояться, сэр. С песчаными акулами покончено. Чудесно, чудесно! Вы смельчаки! Я могу вас раскрутить! Всегда рады помочь. Мы
очень признательны вам за помощь. И куда вы теперь? В больницу, наверное. Надо ногу показать врачам. Госпиталь? Скит, брось. И хуже травмы были. Что же мы тогда будем говорить спонсорам? Мне что-то начинает казаться, что тебе на меня типа наплевать. Ладно. Ну а ты что скажешь, железяка? Рэтчет. Вот именно. Хочешь стать знаменитым скейтером? Вот этот инфобот тебе все расскажет. Просто скажи, что ты от Дона Вандерстара. Пришло время ежегодной гонки на скейтах в Blackwater City на планете Рингар. Вы, юные экстремалы, готовы похвастаться своим владением скейтом? Тогда спешите на Рингар и примите участие в нашей безумной гонке на куске пластмассы с реактивной тягой. Насколько безумной? Послушайте наших предыдущих чемпионов. Я никогда не упускаю шансов участвовать в этих гонках, кроме следующего года. В следующем я не смогу. Я не чувствую пальцев ног. Это нормально? Победителей ждут денежные призы и галокарточки. Так что прилетайте на Рилгар и поучаствуйте в самом экстремальном состязании в галактике. Желаю всем выжить. Все доступные задачи выполнены. Надо. Ну что ж, друзья, на этом, я думаю, стоит закончить. Огромное спасибо всем, кто смотрел. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!